На месте пастбища для домашних животных в Ершепосинском поселении Вурнарского района внезапно возник песчаный карьер. И жителям это не понравилось. Чтобы выяснить, кто здесь начал добычу песка, в дело пришлось вмешаться инспекторам Россельхознадзора. В прошлом году здесь зеленела трава и росли деревья. Сегодня об этой идиллии ничего не напоминает. В какой-то момент тут появилась техника и начала копать землю. Местные жители не раз видели груженные КАМАЗы, увозящие песок в сторону Вурнар и Ибресь. Проведены земляные работы по снятию перемещения плодородного слоя почвы с целью добычи строительного песка в нарушении требований земельного законодательства. Данное нарушение было выявлено в ходе проведения внеплановой выездной проверки, которая была согласована прокуратурой. Выяснилось, что песок добывают рабочие компании «Карьер-М». Предприятие известно жителям района, у него есть несколько участков в окрестностях Вурнар. Однако, судя по всему, их оказалось мало. Компания положила глаз на земли сельхозназначения. Теперь ее сотрудникам нужно выплатить штраф и восстановить плодородный слой. Должно быть отдельное место, куда будет складываться. После того, как после добычи песка этот слой возвращается на место для выращивания сельхозпродукции. Сейчас он где этот слой-то возьмет? Этот слой должен был где-то здесь, сложенный в отдельном месте, а здесь нет его. Местные жители рассказывают, они и не подозревали, что работы ведутся незаконно. Теперь они готовы следить за восстановлением участка. Будут приезжать постоянно, самому как бы потом не попасться в такую ситуацию в следующий раз. То, чтобы бесконтрольно остается земельный участок. Инспекторы Россельхознадзора рассказывают, этот случай не единичен. Подобные нарушения уже были зафиксированы в Канашском, Урмарском и других районах республики. Виктор Вавилкин, Ирина Николаева, Виктор Степанов, Вести Чувашия.